Что же, здравствуйте, братцы, здравствуйте, милые сестрицы. Сегодня мне хотелось бы вам рассказать вот о чем. Что на протяжении истории считалось образцовым, правильным языком? Ну, скажем, то, что сейчас нам известно под названием литературная норма. Литературная норма – это не какая-то объективность, которая вот свалилась на нас с небес, и мы ее принимаем как данность. Нет. Хотя я уверен, некоторые так могут думать до сих пор. Так что, братцы, милые сестрицы, боюсь, мне придется вас разочаровать. Дело в том, что когда мы в языке что-либо называем правильным или неправильным, когда мы на что-либо ориентируемся, да когда мы вообще просто рассуждаем о языке, то, как нам может показаться, мы не ориентируемся на какой-то свой личный опыт или на какие-то свои размышления. И даже мы не столько ориентируемся на те знания, которые мы получили в школе или в университете, а мы, внимание, мы неосознанно воспроизводим установки той культуры и того общества, в котором мы живем. Установки относительно языка. Вот конкретно этот выпуск будет достаточно жестко связан со следующим нашим видео, которое я решил назвать несколько провокационно. Нормы русского языка. Что за ними стоит на самом деле? Дело в том, что у меня просто был один большой текст, получалось бы такое двух с лишним часовое видео, я решил его просто разбить на две части. Так что предупреждаю вас, что у этого видео будет еще и продолжение. Если у вас есть время, возможность, желание, гляньте оба. Перед тем, как начать свой рассказ, мне надо сделать два важнейших замечания. А именно, первое. Нам надо жестко разделять устное слово и письменное. Дело в том, что это в некотором смысле разные языки, разные типы речи. Если устным словом каждый из нас овладевает с рождения, он перенимает его от своих родителей, позже от какого-то другого своего окружения, то письменным словом просто так каждый не будет владеть. Именно этому нас учат много-много лет в школах, потом в университетах. Прошу заметить, речь идет не о начертании значков рукой и даже не о правописании знаков препинания. Речь идет об усвоении некоторого особого письменного языка, в который мы оттачиваем много-много лет всякими сочинениями, изложениями и эссе. И второе. Слова «язык» и «речь» нам кажутся почти синонимами. Ну и действительно, как бы в повседневном окружении для нас это синонимы. И даже те, кто эту разницу хорошо понимают, очень часто все равно эти понятия смешивают. Да и мы не будем такими жесткими прямолинейными, будем эти понятия смешивать иногда. Но в очень многих случаях разницу надо понимать. Разница заключается в следующем, что язык – это некоторая система, которая, по сути дела, есть только вот у нас в голове, у нас в нашем представлении. Вот там, что такое русский язык? Ну, чисто это на самом деле о том, что мы договорились, что мы считаем русским языком, что диалектом, а что уже другим языком. То есть это чистая система, которая есть у нас, у носителей этого языка в голове. А речь – это непосредственное проявление языка. Ну, например, вот я сейчас что-то говорю, вы не слышите мой язык, но вы слышите мою конкретно речь. То есть мои слова – это речь. Точно так же, когда я пишу тексты вроде по-русски, то есть у меня есть в голове некоторое представление о том, что такое письменно русский язык. Я пишу текст, но конкретно то, что я написал – это письменная речь. Точно так же, как язык жестов. То есть сам язык жестов – это некоторый набор, ну, набор жестов, как бы символов, значков. А когда я… Это вы видите мою жестовую речь. Вот такая вот разница. Что же, начнем с древности. Если говорить какие-то предельно общие слова об античной культуре, о Древней Греции, о Древнем Риме, надо сказать, что это культура в первую очередь устного слова. Одно из главных умений античного человека, античного гражданина, это умение хорошо говорить, то есть хорошо держаться на публике, убеждать своими речами. Это заметно повышает ваш статус в обществе. Это отнюдь не умение писать. А умение писать – это что такое?
письмо, это, выражаясь по-древнегречески, «текне», то есть ручной, то есть физический труд. То есть само по себе уже что-то не очень достойное, по крайней мере, для благородного человека. Многие античные философы вообще не оставляли после себя никаких книг, никаких записок. Всю свою философию они передавали исключительно при личном устном общении со своими учениками, при каких-то спорах со своими оппонентами или при выступлениях на улице. Все, что мы сейчас знаем об их философии, это благодаря тому, что просто кто-то из современников их записал, или более того, еще хуже, если кто-то из поздних пересказчиков их записал. Но так скажем, абсолютно всю философию Сократа мы знаем исключительно по изложению его ученика Платона. Важной особенностью древнегреческой и вообще античной культуры было то, что у них не было никакого священного, крупного, записанного текста. Ну, как скажем, Библии. Кто-то может сказать, а вот там Илиада, Одиссея разве нет? Нет. Во-первых, Илиада, Одиссея и другие произведения – это эпос в первую очередь. Это не священный текст. То есть это просто повествование о войне, о жизни героев, о героях и так далее. То есть, по сути дела, как наши русские былины. Что-то очень похожее. А второй момент – это что, хоть текст уже был много веков как записан, в 8 веке, считается, до нашей эры был записан, там, в эпоху классической Греции, 4-3 век до нашей эры, много веков уже прошло, как текст был записан, но все равно люди помнили, что этот текст, в первую очередь, устный, он предназначается для устного и восприятия, и воспроизведения. В большинстве случаев человек знал содержание этих поэм, или потому что он с детства слышал, знал, или потому что ему кто-то из знакомых рассказал, или он услышал непосредственно исполнение певца, сказителя. Читать книгу, как сейчас вот про себя, было не принято. Скорее всего, если бы тебя увидели вот, читающим книгу, там то же самое «Илиада, Одиссея», подумали, что ты вот, рапсод, то есть певец, который хочет заучить все это наизусть. Илиада, Одиссея, как вообще большинство важнейших текстов древнегреческой, в первую очередь ранней древнегреческой культуры, предназначались для устного восприятия, не для того, чтобы их читали. Но, как вариант, это чтение вслух. Сейчас, конечно же, это почти немыслимо, чтобы кто-то там собрался со своими друзьями, и они стали, например, там, Достоевского читать вслух. Но приблизительно, как это воспринималось, я думаю, могут понять современные любители аудиокниг. Итак, внимание, подводим итог. В древнегреческой культуре образцовой считалась устная речь какого-либо известного оратора. Письмо, конечно же, было, но письмо служило исключительно для практических целей. Никакого почета, как у самого письма, как и у записанного текста, никакого особого уважения перед ним не было, скорее наоборот. Поэтому я более чем уверен, что если бы древний грек увидел фрагмент из следующей телепередачи, который хорошо воспроизводит как раз установки современной культуры, он бы очень-очень удивился. И для него это звучало бы так же странно, как если бы я вам сказал, например, «Ребята, вы никогда не научитесь хорошему русскому языку, если будете читать только бумажные книги. Обязательно надо читать и электронные». Например, переписка по СМС, например, переписка в социальных сетях. То есть люди не следят за своей грамотностью, и они не стесняются своей безграмотности. Они не стесняются писать с ошибками, без запятых, ставя знаки не там, где надо, меняя буквы произвольно. И весь интернет и все информационное пространство, оно сейчас засорено неправильной речью. И это, конечно, оказывает очень тлетворное влияние, потому что мы ведь с вами русский язык все-таки изучали по книгам русских классиков. —
Однако же несколько позже на территории необъятной Римской империи возникает гражданин Христос, который через своих учеников дает миру священное, внимание, Писание. И вот, по крайней мере, с ранних христианских времен уж точно, европейская культура становится культурой в первую очередь текста, в первую очередь письменного языка. Просто призадумайтесь, а кто у нас все те самые известные деятели вообще европейской культуры за последние 2 тысячелетия? Это в первую очередь писатели, это какие-то философы и мыслители, которые на этот раз уже не выступали на публику большей части, а свои тексты записывали. Еще раз. Почему появляется особо уважительное отношение к письменному слову, а устное оказывается в пренебрежении? Потому что христианство, как и другие авраамические религии, именно иудаизм, ислам, в отличие от древнегреческой и древнеримской религии, в отличие от тем более от других бесписьменных язычеств, это религия книги, то есть все крутится вокруг того, что сказано в священном писании. Естественно, возникает и представление о священном языке. То есть, если Господь дал язык, он же не мог дать какой-то несовершенный язык, который мы там должны доделать. Соответственно, язык, на котором написана книга, на котором написано Божье Слово, он как бы объявляется идеальным, консервируется в идеале. И в нашем случае, что это за языки? В нашем случае это арамейский, типа родной язык Христа. Это древнегреческий, потом для западной традиции это латинский, для православной традиции это старославянские языки. Христианства возникает огромное количество именно литературы на религиозную тему. Это комментарии к священному писанию, то есть сочинения отцов церкви. Это жития святых. То есть культура начинает большей частью передавать себя именно через записанный текст. Ну вот, поговорим конкретно о латыни. То есть, как мы знаем, со временем латынь, как язык, как любой язык, начинает изменяться, распадаться на разные говоры. Эти говоры превращаются в разные языки. Из латыни, как мы знаем, сейчас у нас есть французский, испанский, португальский, румынский, итальянский. Много разных языков, они все называются романские. Со временем для носителей этих самых бывших диалектов, ныне уже живых языков, латынь становится непонятной. А что уж говорить о носителях кельтских, германских, славянских языков, для которых латынь была непонятна вообще всегда. Только на ней одной отныне сочиняются тексты, имеющие отношение к религии, к философии, к науке, к чему-то официальному, там официальные документы. На латыни общаются монахи в монастырях, на латыни между собой общаются образованные люди из разных стран, ну вот прямо как сейчас по-английски все говорят. Да-да, современный студент, удивись же, в средневековье образованные люди не только учили какие-то пословицы на латыни, не только переводили всякое скучное дерьмо, но они еще и общались, они писали на этом языке. Это был лишь с некоторой натяжкой мертвый язык. Но на фоне всей этой высокой культуры, увы, живые 100%, то есть разговорные языки, оказывались в незаслуженном пренебрежении. Другие романские, славянские, германские, кельтские, балтийские, финно-угорские, да какие угодно. Ну, хотя, впрочем, мы обязаны сделать некую оговорку, что да, была литература на древнеирландском языке, была литература на некоторых скандинавских языках, ну, там, старофранцузская, древнеанглийская и так далее. Но по объему тех текстов, по тематике текстов, ну, по охвату тематики в смысле, конечно же, никакая из этих литератур не могла сравниться с латинской. Не станем забывать, что на фоне всей этой красоты большинство языков в средневековье вовсе не имели никаких своих текстов. Ну, например, Польша крещена в X веке. Первый текст на польском языке – 14 век. Первые тексты на литовском и латышском языках – 16 век, при том, что крещены балты были окончательно в 13-м.
Первый текст на румынском языке тоже 16 век, при том, что предки румын были крещены еще в составе Римской империи. Первый текст на финском языке 16 век, при том, что финны были крещены в 11 веке. Как мы видим, чаще всего разговорные языки обретали хоть какую-нибудь письменную форму только в эпоху Возрождения. И то почти всегда это были переводы фрагментов из Библии, каких-то литургических текстов и прочих религиозных текстов с латинского языка, но не самостоятельные произведения. Наверное, кто-то из вас может подумать, что все эти переводы начались из благих побуждений, чтобы приобщить все народы Европы к цивилизованному миру и позволить им творить свою культуру на своем родном языке. Как бы не так! Такой подход, скорее всего, возможен был только в эпоху романтизма, в 19 веке, но об этом мы чуть дальше скажем. А тогда это просто банально необходимость приобщить как можно больше людей к христианской вере. Потому что даже если ты ходишь в церковь, что толку от этого богослужения, которое ты слышишь, и в том, что ты слышишь, ты не в зуб ногой, потому что там поется все по-латынску. Мартин Лютер, если кто не помнит, это человек, с которого... Как считается, началась реформация, то есть появилась протестантская церковь. Что он сделал? Какая у него основная заслуга была? Отнюдь не то, что он что-то там проповедовал. До него много кто что-то проповедовал. Но он перевел Библию с латинского на немецкий язык. То есть, ну, по сути, это разговорный, ну, разговорный, в смысле, недостойный для таких высоких целей, как перевод Библии, народный язык. Чтобы просто люди, прихожане, понимали, о чем, что им говорит священник. И тогда это было неслыханной дерзостью, 16 век, самое начало. Почему? Потому что католическая церковь запрещала переводить Библию с латинского, ну, из древнегреческого, ну, с латинского в первую очередь, потому что церковь западная, запрещала переводить Библию на народные языки. Некто умный может возразить: а вот смотрите, а у нас же есть Библия на готском языке, то есть никакой не священный, а такой вполне себе варварский древнегерманский язык. Как же так? Но не стоит забывать, что все-таки Библия на готский была переведена в 4 веке нашей эры. До 4, а то 16. Сколько лет прошло? Да и кто ее перевел? Ее перевел еретик, арианин, гот Ульфилла. А после этого, ну, Библии как-то переводить перестали. Некто же совсем знаток темы может нам и тут возразить. А смотрите, вот все-таки действительно уже были некоторые переводы раньше. Там французская, чешская, даже польская и так далее. Но, отвечу я вам так. Во-первых, все равно, обратите внимание, какая дата этих переводов? Это все позднее средневековье. Во-вторых, это были переводы не полные, это были какие-то фрагменты. То есть это не полностью Ветхий Завет, не полностью Новый. Нет, никак сейчас. Ну и третье, эти Библии не предназначались для того, чтобы читали все прихожане, которые владеют этим языком. Эти Библии были написаны, переведены для узкого круга лиц. Сейчас мы большей частью держали речь о католической и протестантской позже части Европы. В православной все было немного по-другому, но достаточно похоже. У греков, у византийцев, у них был свой аутентичный текст на древнегреческом языке. При некотором усилии все становится понятным, ну, языки все-таки очень близкородственные, древнегреческий и византийский. Византийский и греческий. У славян был свой перевод на старославянский, то есть что это такое? Это, по сути, древнеболгарский язык с очень-очень сильным влиянием во всех сферах языка древнегреческого, с которого был сделан перевод. Собственно, старославянский. Но если сейчас из вас, наверное, немногие так ясно поймут болгарский текст, то тогда болгарский этот самый текст был понятен всем славянам. Языки еще были, опять же, очень-очень близки друг к другу. Но проходят года, проходят десятилетия, авторитет церкви укрепляется, языки славянские изменяются, язык богослужебных текстов остается тем же. Возникает то же самое представление, что вот есть некоторый один священный язык, а есть какие-то разговорные языки такие, которые, ну, явно недостойны какого-либо изучения и пристального внимания. В итоге для средневековья, для славянских языков
У нас сложилась такая ситуация, что из разговорных, ну, то есть хорошо отражающих разговорный язык памятников, у нас есть только один тип. Это берестяные грамоты. Но этот тип очень уникальный, потому что в Древней Норвегии сложилась уникальная для Европы того времени ситуация. Грамотными было большинство населения, в том числе и женщины, кстати, прошу заметить. Ну и, естественно, любой, кто умеет начерчивать буквы, он может написать свою берестяную грамоту. А это, большей частью, уже была какая-то простейшая документация и личная переписка. То есть язык очень близкий к разговорному. Ну, собственно говоря, и все. У нас есть тексты на древнерусском языке письменные. Но не надо забывать, что все-таки этот древнерусский письменный язык, он лишь наполовину древнерусский. Большей частью это такая, ну, это, конечно, зависит от типа документа, от времени и так далее. Но большей частью это смесь старославянского, церковнославянского книжного языка, про который я сказал чуть раньше, и, ну, живого разговорного языка, который, ну, которым просто владел писец. Но что древнерусские тексты хорошо у нас отражают живую разговорную речь, ну, это ни в коем случае так нельзя говорить. Со временем все более ясно стало выказываться ситуация, когда человек говорит только на одном языке, а пишет и читает только на другом. Как-то более-менее ситуация начала меняться только в 17 веке, когда стало появляться большое количество чисто светской литературы. В качестве примера можно привести такую книгу, как «Синопсис» или «Синопсис», еще иногда говорят. Очень любопытная книжка. Коротко, что это такое? Это текст 17 века, по духу это что-то вроде нынешних новой хронологии, Велесовой книги, сочинений Задорнова, короче, всякой псевдоисторической буйды. Ну, естественно, там написаны очень приятные для русского читателя вещи, вроде того, что там славяне жили там много тысяч лет назад, там везде подряд, там с Александром Македонским они общались, ну, короче, такого рода содержание. Почему эта книга была популярна в 17 веке, в 18 и даже в самом начале 19 века? Ну, первый ответ, разумеется, такой. Ну, вот необразованные были люди, и как сейчас вот многим интересно читать такого рода книги, так и тогда было. Но, скорее всего, немаловажным фактором была и другая вещь. Почему верили этой книге? Потому что она была написана на церковно-славянском языке. То есть, автоматически выглядела как что-то авторитетное, что-то такое серьезно написанное. А второе, это что-то представлялось как что-то такое такая древняя истина, дошедшая до нас из глубины веков. Неважно, что текст 17 века, то, что эта книга на церковно-славянском языке, автоматически ее как-то уравнивало с древними летописями, ну, что-то вот в таком духе. Первое. Когда итальянские гуманисты и деятели Ренессанса начали массово изучать различные античные тексты, разумеется, они не могли не обратить внимания, что тот латинский язык, на котором писали Цицерон, Овидий, Гораций и прочие именитые авторы, весьма значительно отличается от той латыни, которую они могли встретить в своем тогдашнем окружении. Разумеется, сразу начались разговорчики, дескать, вот латынь Цезаря, это ого-го, это настоящая латынь. А то, что дошло до нас через столько столетий христианства, это испорченное, исковерканное, искаженное, изгаженное, запятнанное, замаранное, плохая, в общем, латынь, от которой, конечно же, надо отказаться. Отдельные умники даже умудрялись освоить вот эту классическую латынь и свободно разговаривать на ней. Но в то же время такое жесткое отношение к языку и погубило его. Почему? Потому что язык всегда изменяется, всегда подстраивается под новую реальность. Разумеется, как говорили 1500 лет назад, просто невозможно говорить сейчас.
И сила средневековой латыни была именно в том, что она подстраивалась под любую страну, под любую эпоху. А в классической, что нам теперь говорят? Нам говорят, что если ты не владеешь языком в идеале, если ты как-то его там подравниваешь, перестраиваешь, значит, ты лучше вообще не говори на латыни. Ну, и разумеется, она стала уделом как-то очень узкого круга сверхобразованных людей, а из широкого употребления стало уходить. Нет, конечно же, дело было не только в этом. В конце концов, можно было просто насрать на этих всех умников-гуманистов и дальше пользоваться средневековой латынью. Но и сама, в общем, культурная ситуация располагала к тому, чтобы язык международного общения наконец-то сменился. Например, на французский. Теперь, как-никак, в 16-17 веке именно Франция становится крупнейшим и важнейшим с культурной точки зрения государством для Европы. Еще в 18 веке, конечно же, мы можем найти отдельные случаи, когда люди использовали латынь именно для устного общения, и других языков они не знали. Например, об одном таком случае упоминает французский писатель Жан-Жак Руссо. Но в целом, разумеется, к 18 веку необходимость изучать латынь для устного общения, для написания текстов, не научных, медицинских, а вот вообще текстов, отпадает. А к 19 веку латынь перестает уже быть языком науки и занимает, в общем-то, то же самое место в системе образования, что и сейчас. А что сейчас? Сейчас кто ее изучает? Юристы, медики, филологи, лингвисты, некоторые историки. В общем-то, все. И то, что значит изучают. Знаете, знакомы мы с этим изучением. Это когда ты заучиваешь кучу каких-то склонений, спряжений, даже не понимаешь, что это такое. Это когда ты не можешь связать двух слов, но зато помнишь пословицы в духе «сенция», «потенция», «есть» или «перастра», «педорастра». И когда тебе ставят зачеты, ты наконец-то с радостью все это забываешь. В лучшем же случае потом «Ащесячи шестяжати наук и борзости тонкословия румейского, бо имаше душе устроенье, еже пристало держати мужу ученому, можеше поимати курсовую по какому-нибудь древнему тексту, перевести фрагменты с оригинала, с латинского, и что-нибудь там проанализировать». Пожалуй, все. Но именно в такой среде, когда латынь уже никому не нужна как устный язык, возникает система образования в современном виде. Кому очень интересно, читайте труды одного из ее основателей, чешского педагога 17 века Яна Коменского. Именно в рамках этой системы возникает традиционный для светских учебных заведений подход к преподаванию древних языков, чуть позже современных, каких-то иностранных, а чуть позже и вовсе родного. Всякий, кто изучал какой-либо древний язык в университете, с этой системой так или иначе знаком. Но если коротко, какие-то особенности этой системы, это, во-первых, жуткий дрочь грамматики, причем чаще всего даже какой-то ненужный. То есть надо запоминать очень-очень много склонений, спряжений. При этом всем овладение лексикой, овладение грамматикой большей частью пассивное. То есть вы только переводите тексты какие-то там, что-то читаете, говорение на очень низком уровне, аудирование зачастую тоже на очень низком уровне. К произношению отношения разные. Если это древний язык, скорее всего, это отношение наплевательское совершенно. Если это современный язык, отношение тоже может быть наплевательское, хотя в советское время этому, наоборот, уделяли очень много времени. С каким удовольствием ребята поют? И как они стараются правильно произносить слова? Answering. Walking.
Watching. Очень многие особенности этой методики были широко в ходу при преподавании в Советском Союзе иностранных языков, особенно там, где это не было профилем, в большей части там, где это не было профильным предметом, в школе, в неязыковом вузе. И по-хорошему только с 90-х годов появилось какое-то более-менее разнообразие методик. В 1990 году в Нью-Йорке был впервые разработан новый экспресс-метод изучения иностранных языков. Автор метода – Илона Давыдова. Экспресс-метод – это специально разработанная программа для изучения английского языка. Она записана на аудиокассеты и сопровождается учебником. Во всех кассетах курсов экспресс-метода используются специальные, неразличимые на слух звуковые сигналы – subliminal message. Эти сигналы воздействуют на подсознание человека. А вот дальше, как я передал вещи, которые мне даже неловко говорить, но действительно так оно получилось. Меня очаровал этот вообще удивительный курс. Это удивительный курс, который прочитала Илона. Вы знаете, он здесь, вот то, что я хотел. Так что, братцы, милые сестрицы, имейте в виду, если в школе вас 11 лет учили иностранному языку, у вас там было огромное количество какой-то грамматики, которую вы почему-то до сих пор не помните, у вас было огромное количество каких-то ненужных слов, которые вы тоже, разумеется, уже забыли, вы читали какие-то скучные, неинтересные совершенно тексты, и при этом вы ни хера не говорите на этом иностранном языке, скорее всего, ваш преподаватель придерживался так называемого грамматико-переводного способа обучения. То есть он вас обучал так, как обучали иностранным языкам повсеместно, ну, во всем мире до Второй мировой войны. Об этом вы можете почитать у венгерской переводчицы и полиглота Като Ломб. Очень смешной местами текст, надо сказать. Now listen to me. Am I standing by the window now? Отрабатывается структурная группа с глаголами в present continuous. I'm standing in front of you. I'm not speaking Russian. I'm speaking English. And you are listening to me and answering my questions. Are you listening to me attentively? Yes, we are. Who's asking? По ответам ребят мы видим, что они хорошо понимают, о чем их спрашивают. They are listening to you. Boys and girls, are you listening to me? Yes, we are. Итак, в новое время культурная установка на превосходство письменного языка над устным окончательно проникает в самые разные сферы человеческой жизни, и прежние пиететные отношения к латыни как к священному языку просто переносятся на какие-то современные живые языки, но в их письменной форме. Если раньше у нас каноном была Библия, то теперь канонами становятся сочинения так называемых классиков литературы. Даже европейская наука, которая заявляет о себе как о познающей объективное положение вещей, не свободна от некоторых, достаточно очевидных культурных установок. Некоторые это понимают. Например, Мао Цзэдун, Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Леонардо да Винчи, конечно же, заодно с ними и я. Впрочем, не так уж и важно, кто это еще понимает, кроме автора данного видео, ведь теперь это тайное аристократическое знание стало доступно всем, по крайней мере, всем вам, дорогие зрители. И поэтому я всего лишь скромно скажу, что я живу в 2017 году, и я лично занимаюсь своей деятельностью изучением устной речи детей. Вот конкретно сейчас там пишу работу, уже почти закончил. И, в общем-то, для меня, в результате моей исследовательской деятельности, для меня различать письменную речь и какой-то закос под нее и устную, это уже дело автоматизма. Беда в том, что очень многие утверждения о языке, которые дает нам наука, не совсем верны. То есть, лучше говорить так, что они верны, но для письменного языка. То, что устный язык по-другому устроен, в нем какие-то свои, законы действуют, это вещь неочевидная.
И если не держать это положение у себя в голове и делать какие-то глобальные выводы относительно языка, это неизбежно приводит к искаженным результатам. Думаю, что даже мне стоит сделать отдельное видео как-нибудь про устную речь, про устный язык, но это потом. Сейчас нам надо будет вспомнить, или я думаю, что для большинства наших зрителей, узнать, что такое романтизм и что такое просвещение в европейской культуре. Долго растолковывать времени об этом нет, все-таки видос у нас по другой теме, поэтому коротко назову основные идеи, которые для нас будут важны, и основных деятелей. Итак, эпоха просвещения. В основном это Франция и Англия к середине или конца 18 века. Это такие деятели, как Руссо, Дидро, Вольтер, Монтескьё, Юм. Также можно вспомнить отцов-основателей так называемых США, Джефферсона, Франклина. Именно благодаря стараниям этих ребят в нашем культурном поле возникли такие славные идеи, как демократия в современных традициях, права человека, какие-то гражданские права и свободы, общественный договор. Многие из этих деятелей были за рационализм, за массовое просвещение народа. Соответственно, они боролись с церковью и вообще ратовали за торжество разума. А второе – это романтизм. Если в повседневном языке романтизм – это когда ты с девчонкой ходишь по какому-нибудь прекрасному месту, и все так романтично, то для культуролога это следующее. Это течение в литературе, философии, культуре. В основном это начало и середина 19 века. Это Англия и Германия, и такие деятели, как Фихте, Шеллинг, Гегель, братья Гримм. Но это немцы были в Англии, это, скажем, поэты так называемой озерной школы. Это Байрон, конечно же, ну и прочие. Романтизм, в особенности как раз английский, оказал огромнейшее влияние на русскую культуру начала 19 века. Конечно же, проницательные люди, ну, например, Пушкин, Лермонтов, они это осознавали и подстебывали, там многие литературные каноны романтизма и так далее. Но все равно это была их культура, это было их окружение, был их круг чтения. Даже такой необычный может показаться некоторым. Приведу пример. Такая концепция, как православие, самодержавие, народность, казалось бы, такая вообще православная, русская. Но на самом деле она уходит корнями исключительно в эпоху романтизма. В более раннее время она просто была невозможна. Вы можете прочесть текст, где она впервые излагалась. Прошу заметить, кстати, она была изложена впервые по-французски. И поразмыслить потом, почему я делаю такое утверждение. Но для этого сначала вам надо еще узнать основные идеи романтизма. Это, например, индивидуализм, обращение к внутреннему миру человека в поэзии, в первую очередь. Тогда же возникает некоторый интерес к готике, то есть это как интерес как раз к мистике, к различной даркухе, выразимся так. Это интерес к народной культуре, в том числе и к народным языкам и фольклору. Те же братья Гримм, не надо забывать, они не только собирали сказки, но в том числе они были отличными лингвистами, они были одними из первых людей, кто начал серьезно изучать германские языки с научной точки зрения. Это интерес к европейской древности и старине вообще, и обращение к ней как к источнику вдохновения. Соответственно, тут возникает идея национального государства. Также можно упомянуть идею государства как организм, такая метафора. И вообще все, что касаемо национализма. Это возникает в 19 веке всего лишь. Также здесь я упомяну и такую идею, как обращение человека к природе, к чему-то натуральному, естественному. Разумеется, что такое натуральное, естественно, непонятно, но сам вот этот пафос, что мы обращаемся к природе. Это всего лишь немецкая философия 19 века. Также в рамках каждого из этих течений выработались свои собственные воззрения и на язык.
Общая установка культуры просвещения такая. Язык – это практическое средство. Он должен быть единым и всем понятным. Сильно в будущем эта идея была доведена до своего логического предела, а именно это искусственный язык, язык, например, эсперанто. То есть рационально сконструированный, наиболее простой и понятный язык, на который должны перейти все жители Земли. Для романтизма язык – это в первую очередь богатство и выражение индивидуальности отдельного народа. Поэтому да будет многообразие языков, да будет многообразие диалектов. И крайним выражением такого отношения к языку я бы назвал попытки возрождать различные древние вымершие или уже почти вымершие редкие языки в качестве разговорных. Приведу два примера. Один удачный, другой нет. Первый. Язык острова Мэн. Обратите внимание, где это все находится. Это один из кельтских языков, который последний носитель которого вымер в, умер в, последний носитель которого умер в 70-е годы. Тем не менее, в наше время насчитывается почти 2000 человек, владеющих этим языком. Как так получается? Да просто некоторые энтузиасты начинают его учить как иностранный, говорят о нем в своих семьях, рождаются дети, а если для ребенка какой-то язык это первый родной, то считайте, он уже живой. Так вот язык возродился в буквальном смысле. Ну а второй пример неудачный, это на территориях не так далеких от нас. Это Калининградская область, Литва, север Польши. Там различные энтузиасты пытаются возродить древний прусский язык. Прусский – это балтский язык, у которого осталось достаточно большое количество текстов, но тем не менее уже лет 300-400 о нем никто не говорит. Ну вот, опять же, какие-то энтузиасты его знают, но не более. Часто можно слышать от современных украинцев и белорусов, что, мол, их языки подходят только для какого-то бытового, простого общения, а для серьезных тем, как, скажем, философия или наука, они совершенно непригодны, они для этого не разработаны. В общем-то, о том же самом говорил некогда и, ну, скажем так, один известный русский писатель в начале 19 века. Он сказал следующее. Мы привыкли мыслить на чужом языке. Ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись. Метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша еще так мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных. И леность наша охотнее выражается на языке чужом. Коего механические формы уже давно готовы и всем известны. Что-то знакомое. Так, кем же был этот писатель? Скоро узнаем. Thank you.
вот как раз-таки именно в 19 веке в России, да и не только в России, появляется лингвистика уже именно как сформировавшаяся наука. Появляются первые полные правила русского языка, начинает создаваться такой-то словарь, сякой-то словарь, различные справочники, грамматики, пособия, все это в огромном количестве. Именно в середине 19 века становится общепринятым мнение, что решающий вклад в формирование русского литературного языка сделал вот этот человек. В целом, те, кто в 19 веке занимался языком, в гораздо большей степени старались его просто зафиксировать и самостоятельно изучить, чем как-либо жестко нормировать и составить какие-то жесткие предписания. Хотя, конечно же, нормировать язык тоже была практическая необходимость. Хотя бы просто для того, чтобы не было никакого разброда и шатания в тех же официальных документах, в учебных программах. Тем не менее, несмотря на всю строгость научного подхода, многие исследователи умудрялись писать действительно хорошие, какие-то ценные до сих пор научные работы, какую-то деятельность исследовательскую вести, то есть это не шарлатанство, и совмещать это с чисто романтическими установками в своей голове, с установками на поиск народного духа, самого духа русского слова. Искали в языке отражение вольности, свободолюбивости народа и прочих мнимых объектов. Ну, например, живой народный язык, сберегший в жизненной свежести дух, который придает языку ясность, стойкость, силу, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи, взамен нынешнего языка нашего, каженика. Или вот еще. С той поры, как составитель этого словаря себя помнит, его всегда тревожила и смущала несообразность письменного языка нашего с устной речью простого русского человека, не сбитого с толку грамотейством, а стало быть, и с самим духом русского слова. А вот, к примеру, еще был такой немец Якоб Гримм. Один из братьев Гримм, он не только собирал сказки, как, наверное, всем известно, но он еще и был лингвистом. И он открыл такой достаточно сложный закон изменения согласных в прагерманском языке. Причины этого закона, как всегда, связаны с особенностями артикуляционного аппарата у человека и так далее. Все достаточно мудрено там. Но он пытался найти объяснение, а почему же этот закон стал действовать. И он нашел, надо сказать, очень необычное объяснение. Закон вот этот Якоба Гримма, он явился ярким выражением свободолюбия германцев. Вот так вот вышло. Исследователи 19 века часто видели в народе, в простом человеке, носителя того самого языка, сберегшего жизненной свежести дух. В то время как официальный язык представлялся чем-то костным, искаженным и чуждым настоящему русскому человеку. А с 20 же века речь простого мужика вдруг почему-то перестала быть сокровищницей, а стала, наоборот, источником сплошных искажений, порчи, деградации языка. Как же так? Непорядок. В настоящее время проблемы деградации русского языка беспокоят филологов и лингвистов. Большинство исследователей сходятся во мнении, что проблема основана на слишком активном проникновении в литературный язык разговорного, просторечного языка. Так что вы имеете в виду? Неспроста я частенько вставляю в свою речь какое-нибудь такое вот лихое словечко, такое уже где словечко, которое ни в одной газете, ни в одном произведении, ни в одной брошюре не встретишь, но которое можно встретить в речи простого русского мужика. Ну, например, не музыка, а музло, не туалет, а толкан, не рассмеяться, а проорать, не стыдно или глупо, а зашквар. Странно,
В моем словаре таких слов пока нет. Впрочем, надо занести. Неужели вы не согласитесь, что сии слова не придадут языку ясности, стойкости, целости, силы и красоты, тем более идущих из самой гущи народной жизни? В 1917 году к власти приходят большевики. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Разумеется, за 100-150 лет в европейской культуре появилось много чего нового и интересного. И мы уже не можем судить о явлениях в ней в узких рамках просвещения и романтизма. Хотя, надо сказать, что два основных отношения к языку все равно остаются. Это отношение чисто практическое и такое, когда надо выделиться и подчеркнуть какую-то свою особенность. Как проницательный слушатель без труда догадается, большевики больше тяготели к просвещенческой модели, то есть относились к языку во многом практически. Что они делают? 1918 год. Реформа орфографии. Большевики приближают правописание к современному языку, упрощают его. Некоторые интеллигентствующие граждане могут вовсе порадоваться, потому что далеко не все реформы большевиков были приведены в жизнь. А то бы сейчас было у нас правописание, как в белорусской мове. Активно продвигается идея о будущем мировом языке эсперанто. В школах вводятся факультативы по этому языку. Более того, благодаря ликбезу, то есть ликвидации безграмотности, так называемой, посещение школ теперь доступно каждому. То есть даже тем, кто раньше был никем, ну, а сейчас, скажем так, почти что стал всем. То есть, если совместить вот эти языковые идеи относительно эсперанто и идеи Троцкого относительно мировой революции, то в головах у таких энтузиастов того времени вырисовывалась следующая картина. Скоро революция социалистическая произойдет во всех странах мира. Все страны мира перейдут на один язык, эсперанто, и все будут пылающей тропой идти к коммунизму. Расскажу вам такую историю. Как-то раз я познакомился с одной девчонкой, звали ее Саша. И она была из семьи, таких, знаете, потомственных московских интеллигентов. Например, у нее квартира на Китай-городе, если кто не знает, это самый-самый центр Москвы. И она рассказывала, что у них дома остался дневник от прабабушки. Но никто не может понять, что написано в этом дневнике. Потому что прабабушка писала свой дневник на эсперанто. И вот она говорит, ну, знает, что я лингвист, и она ко мне обращалась, что «Никит, помоги перевести». А я говорю, слушай, Саш, ну, я, конечно, лингвист, но эсперанто я не знаю, я его никогда не учил. Так что, если сейчас такая продвинутая, крутая молодежь учит инглиш, учит всякие там испанские, немецкие, французские популярные языки, то тогда продвинутая коммун молодежь учила эсперанто. Параллельно с тем избавлялись от языкового наследия Российской империи. В первую очередь я имею в виду некоторый поверхностный слой языка. Что я имею в виду? Из речевого обихода стали активно вытесняться какие-то признаки такой старой аристократической речи. Ну, то есть это какие-то обороты, как русские, так и французские.
это обращение. Потому что все это воспринималось как или как буржуазность, старое вот это ненужное, ненужное украшательство, аристократичность, ну то есть можно сказать просто манерность. Вы напрасно, господа, ходите без калош. Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследите меня на коврах. А все ковры у меня персидские. Во-первых, мы не господа. Во-первых, вы мужчина или женщина? Какая разница, товарищ? Я женщина. В таком случае вы можете остаться в кепке. А вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор. Я вам не милостивый государь. Во-вторых, это более важно. В революционном порыве, что вот, мол, сейчас весь мир до основания мы разрушим, был поначалу отброшен язык русской классической литературы, как язык культуры старого мира. А что же затем? А затем каноническим языком становится язык, ходивший в то время политических текстов, и язык революционеров партийной верхушки. Надо понимать, что за какой культурный фон был у этих самых людей. Понятно, что это отнюдь не художественная литература. Это та же самая политическая литература, причем очень много иностранных, в первую очередь на немецком языке. Ну, образованный слушатель легко поймет, почему именно на этом. И то, что тоже достаточно важно, что очень многие революционеры были не русские. И в это время, после революции, было сильное влияние на русский язык, языков с окраин империи. Ну, приведу пример, конечно же, из моего любимого польского языка. Скажем, вот как вот сейчас мы говорим время, там, полпятого, там, полчетвертого, полседьмого. А вот так не говорили раньше, до революции, а как говорили? Вот же вообще, а говорили половина четвертого, половина седьмого. А вот это пол, это польское влияние, то есть по-польски же как? Пу до чвартой, пу до сюдмей. Так что неспроста нам с портрета улыбается железный Феликс. Я бы тоже так улыбался, если бы оказал такое влияние на русский язык. Заинтересованным гражданам отвечу. Сейчас мы с вами, в общем-то, говорим о том, какое было отношение к языку, а не о самом языке. Поэтому времени много об этом разглагольствовать нет. Об этом вы сможете узнать из наших видео серии «История русского языка». К сожалению, боюсь, до 20 века мы доберемся очень нескоро. Ну и надеюсь, что мое обещание снять видео будет чуть более крепким, чем обещание большевиков построить коммунизм. А в целом, если кто-то из вас, в общем, не понимает, о каком таком вот раннесоветском специфическом языке мы сейчас с вами говорим, вот, ну, вообще не въезжает в эту тему, тот может за 5 минут это все понять в таком несколько пародийном, утрированном виде. Откройте любую книгу, ну, например, «Котлован» Андрея Платонова, очень люблю этого писателя, и вы поймете, просто взгляните на его язык, и вы поймете, что имеется в виду. Все же у большевиков не было все так прямолинейно и однозначно. Перед тем, как перейти на мировой язык эсперанто, надо было просто-напросто уравнять все остальные языки Советского Союза друг с другом. Ну, то есть уравнять все и русский. Поэтому всем ранее угнетаемым или даже вообще бесписьменным языкам дается своя письменность фиксированная, своя орфография, дается мощный толчок развитию литературы, многие языки, как языки такого будущего социалистического государства, переводятся на латиницу, и даже русский язык в 30-м году хотели перевести на латиницу, но не сложилось. Но дело в том, что с приходом к власти Сталина, окончательно к 37-му, к 41-му, тем более годам, перспектива, скажем так, меняется. Сейчас буду совсем коротко и тезисно говорить. Слушайте внимательно, чтобы не терять нить изложения. Во-первых, к годам войны становится уже окончательно ясно, что ну никакой мировой революции, откровенно говоря, не будет. А СССР это просто как бы новая империя, и причем во главе с русским народом. Всякие малые языки получают, заново получают свои письменности, но теперь уже на кириллице. То есть, если у них была латиница до этого, они переводятся на кириллицу. Идет возвращение к старым дореволюционным образцам русского языка.
Пушкин снова в большом почете в 1937 году, там столетия, пышные празднования. Можно сказать, что он теперь в большем почете, чем он был при царе. Война. После войны становится уже понятно, что новая идеология – это не вот эти все там старые идеи, что там мы новый мир построим, бла-бла. Это советский патриотизм, как бы не нелепо это звучало на самом деле. И главный язык в стране – это однозначно русский. Также русский язык становится обязательным для изучения в странах соцлагеря. И даже за пределами советского влияния русский язык становится очень важен. Например, в западной политике для леваков очевидно, что русский язык теперь это один из важнейших языков социалистической мысли. Что же было характерно для положения с языком в послевоенные годы для жителей СССР? Во-первых, теперь основные как читатели, так и авторы текстов – это уже не образованные дворяне, это не разночинная интеллигенция, а это новое поколение советских людей. Большинство из них – это дети рабочих и крестьян, которые получили какое-то начальное образование в ранее советских школах, ну и, может быть, в каких-то более серьезных учебных заведениях. Короче, простые ребята. О том, что они владеют русским языком так же, как им владели хотя бы образованные разночинцы в начале 20 века, речи не идет. Для этих людей основные тексты – это советские газеты, это краткий курс ВКПБ и другая тому подобная литература. Вы сперва сами почитайте эти самые советские газеты, а потом почитайте тексты, которые пишут читатели советских газет. Я вам все ссылки оставлю, на сайте будут внизу под статьей. И это массовая ситуация. А если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет, не говорите за обедом о большевизме и медицине. И Боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Во-вторых, в сталинское время широкую господдержку в науке получали различные шарлатаны и мракобесы. Ну, вроде Трофим Денисовича Лысенко в биологии с его классовым марксистско-ленинским подходом к выращиванию картошки и так далее. В лингвистике тоже был один такой сомнительный гражданин Николай Яковлевич Мар. В то время как многие действительно серьезные ученые или были репрессированы, или еще сразу после революции поняли, что тут дело гиблое, и уехали за границу. Советская лингвистика, конечно, не погибла и не пала так сильно, как биология. Тем не менее, 20 лет – это целое поколение, и репрессии, война, засилие мракобесия такое долгое время, они не проходят просто так. Опять же, когда от этого всего уже, к счастью, избавляются, в науку приходят новые люди, люди со взглядами, сформированными уже в советское время. Да и не стоит забывать, что даже в 60-е и 70-е годы многие советские ученые-лингвисты на себе постоянно чувствовали идеологическое давление, потому что надо было как бы защищать, отстаивать позиции советской науки, а идеи буржуазной науки, как нелепо звучит, какими бы они ни были, надо критиковать. Все то, что происходило с отношением к языку в советское время до 50-х годов, это, разумеется, явление такое очень многофакторное. То есть нельзя его сводить все это к какой-то одной простой схеме и так далее. Там очень можно с разных сторон смотреть. Тем не менее, все равно мы видим два ключевых направления. И в 50-е годы также это остается. Это вот некоторое просвещенческое направление, то есть такое практическое, и романтическое, которое больше служит для каких-то культурных целей. С одной стороны, советскому государству на всей его огромной территории все так же нужен единый язык, чтобы и рабочий с Урал-вагон Маша, и зажравшийся москвич, и колхозник из-под Вологды, та украинец розлогих степів, ун латвієць із Новобалтії єс краста, и дагестанец из аула настоящий жид-жигит, и грузин из Теничинар, и карел из Заволнов, и туркмен из пустынь, и
чукчи из Чума, и все-все-все-все жители огромной советской страны говорили на одном языке, понимали друг друга, понимали документы, газеты, радио и телевидение. Все это нужно не только ради практических целей на самом-то деле, но и для поддержания единства советского народа. Ибо, как показала нам перестройка, даже это единство было очень шатким. С другой же стороны, мы вновь обращаемся к текстам 19 века, к текстам русской классической литературы. Она изучается в школах. И это теперь для нас важное культурное наследие, которому также надо приобщить всех советских людей. Соответственно, они должны понимать язык тех текстов. Вывод оказался таким. Нужны единые строгие правила для языка, раз. Два, язык не должен изменяться, как-то упрощаться. И три, этот язык должен быть сложным, потому что это главная сокровищница русской, то есть советской культуры. Тогда же, когда началась вот эта новая идеологическая языковая политика, ну, прямо в отношении преподавания языка в школе, тогда же была проведена и последняя крупная реформа русского языка. Это реформа 1956 года, по которой, кстати говоря, мы до сих пор с вами и живем. Именно тогда, на мой взгляд, это важно для всей оставшейся части видео, усилиями школьного образования до народных масс была окончательно донесена та самая идея об объективности и нерушимости литературных норм. Для людей с образованием несколько более серьезным, чем школьное, была введена еще такая теоретическая настройка в виде учения о 5 стилях языка. Это разговорный, художественный, официально деловой, научный и публицистический. Предполагалось, что каждый из этих стилей также по-своему нормирован. То есть нормы есть как в официально-деловом стиле, что, в общем-то, разумно, логично, так всегда бывает. И нормы есть в разговорном стиле, что, в общем-то, бред. Это навязывание разговорному языку чего-то ему несвойственного. Но что же, диашники, егэшники, абитура, галимые перваки, узнаете свою программу по русскому языку и культуре речи? Именно тогда начинается то самое умонастроение, в котором, не постесняясь об этом сказать, иные наши граждане пребывают до сих пор. Итак, какие общие представления советских граждан о языке в советское время? Во-первых, человек с детства приучен, что в языке есть правильное, а есть неправильное. Так его учат в школе. В таком подходе можно увидеть и другую важную установку советской культуры, коммунистическую, а именно, что все равны, у всех есть равные права, но в то же время все должны следовать единым правилам и не выделяться на фоне остальных. Во-вторых, люди очень часто воспринимают языковую норму ревностно и догматично. Происходит это потому, что у людей нет никакого лингвистического образования. Предмета лингвистика, языкознания в школе нет. Про предмет русский язык, ну, мы с вами уже, наверное, все поняли. Он во многом гораздо ближе к идеологии, чем к языкознанию. Также у людей нет широкого познания в иностранных языках, которое было, по крайней мере, у выпускников в маломальски серьезных учебных заведений в Российской империи, ну, хотя бы у гимназии. Поэтому люди воспринимают все это как объективность, то есть, фактически просто верят в то, что им говорят. А у них самих нет соответствующих навыков, чтобы разобраться в том, какие есть механизмы изменения языка, как формируется языковая норма и как языковая норма изменяется. В-третьих, несмотря на все это, у людей есть огромный спрос на быстрое, легкое и готовое знание. Они хотят понимать, как это говорить правильно с точки зрения литературной нормы. Потому что в советском обществе нормированная литературная речь – это престижная речь. Издается огромное количество пособий по культуре речи для самого что ни на есть простого читателя.
В-четвертых, тот самый нормированный, правильный русский литературный язык, который ориентируется на тексты 19-го, начала 20 века, воспринимается чуть ли не основой русской культуры. То есть русский язык – это хранитель русской культуры, русской советской. Соответственно, всегда, когда пытаются провести реформы правописания, ввести новые орфоэпические нормы, как-то изменить количество учебных часов, отведенных на русский язык в школе, все это воспринимается как посягательство на русскую культуру, ну и на русский язык вообще. Примечательно, что все реформы 1964 года, 2000, все какие-то более поздние современные уже попытки, они все провалились и проваливаются под напором общественности. Многие люди старшего поколения жалуются, дескать, вот в советское время был такой хороший, правильный русский язык, а в перестройку он резко испортился. Дескать, в стране бардак настал, в головах у людей настал бардак, ну и язык деградировал. Тем не менее, это обманчивое впечатление. Дело в том, что в советское время на радио, на телевидении, газетах была жесткая языковая цензура. Очень жесткий был отбор дикторов, ведущих, то есть следили за тем, чтобы везде был только литературный, правильный русский язык. Абы кто не мог выступить на радио и не мог написать статью. Во время перестройки, как вы знаете, такая жесткая цензура исчезла. Сейчас на телевидении может прийти любой, как он говорит, это его личные трудности. Поэтому мы слышим из СМИ тот язык, которым люди действительно пользуются. То же самое было, в общем-то, в советское время. Люди пользовались другим языком, не тем, который, однако же, показывали там по телевизору, по радио. За 70 лет советской власти русский язык, как любой другой язык мира, продолжал изменяться, в нем накапливались какие-то изменения, появлялся свой жаргон, новые слова. И все то, что не допускалось в СМИ в течение, ну, не 70, но достаточно большого количества лет, вдруг, разумеется, мгновенно хлынуло на уши наших сограждан. Вот многим кажется, что язык резко испортился. На самом деле он не испортился, просто стали видны, и хорошо видны, все изменения, которые произошли с языком в 20 веке. Установки у наших сограждан никуда в значительной степени не делись. Новая идеология, которая заставила у нас как-то радикально изменить все взгляды на язык, как вы знаете, у нас так и не придумали. Политика советского патриотизма в отношении языка мало чем отличается от той, которая ведется сейчас. Так, что же мы имеем на деле? Те из вас, кто вырос после распада СССР, ну, то есть как я или, как полагаю, большинство наших зрителей, с одной стороны, впитали в первую очередь из школы, может быть, также из от родителей, от бабушек, дедушек, советскую установку на язык. Но с другой стороны, в нашей жизни появилось нечто совершенно новое, например, язык интернета. Интернет очень сильно изменил восприятие нормы у молодых людей, потому что интернет – это то место, где мало кто жестко следит за собой. Не только в плане этикета, но и в плане языка. Ведь согласитесь, чувствуется же разрыв между тем, что вот мы каждый день читаем, видим в интернете, там, в соцсетях особенно, и тем языком, которому нас учат в школе, и тем языком, к которому привыкло поколение наших родителей. Люди старшего поколения часто жалуются и на то, что, дескать, интернет портит русский язык. Но не стоит забывать, что интернет портит любой язык, не только русский. Это во-первых. Во-вторых, порча языка – это оценка. Но с точки зрения лингвиста, порча языка – это вообще бред собачий. В действительности же
В интернете мы лишь приобретаем другое отношение к грамотности. Ведь это то место, где для тебя чаще гораздо важнее как можно быстрее доставить мысль собеседнику, а не следовать каким-то там канонам и нормам. Таким образом, мы можем предположить, что современный человек использует аж 3 языковых системы. Это письменный, скажем так, официальный язык, письменный неофициальный язык, ну и устный язык. Письменный официальный – это тот самый язык, который мы учим в школе, со всеми его сложными правилами орфографии, пунктуации, со всеми языковыми нормами, со сложным построением предложений. Мы используем этот язык не только когда сдаем экзамены, пишем сочинения, эссе, курсовые дипломы, но когда нам надо вообще донести какую-либо серьезную мысль, когда мы пишем какой-то серьезный пост или важное сообщение, пишем вышестоящему или незнакомому человеку. Письменный, неофициальный язык используют отнюдь не все, но очень многие. Например, его использую я. Например, он используется во многом в этом видео. То есть это язык для лички, для каких-то комментов, для несерьезных постов. Ну, уровень, думаю, понятен. Человеку со стороны может казаться, что, дескать, какое падение уровня грамотности, какая деградация. Если мы так будем относиться к русскому языку, то мы потеряем последнее наше сокровище. Куда катится Россия? Правильно, в никуда. У России нет будущего с таким отношением. Стоит ли лишний раз объяснять, что это обманчивое впечатление, которое может возникнуть только у неспециалиста, у обывателя? Да, этот язык не такой строгий, как литературный письменный язык. Он несколько разный у разных носителей языка. Он тоже со временем изменяется, но у него тоже есть свои правила. Даже очень грамотный человек, который прекрасно знает все правила и нормы письменного литературного языка, используя этот неофициальный язык, легко может начинать предложение с маленькой буквы. Как-то произвольно делить текст на абзацы. Он может пропускать запятые в каких-то особо сложных случаях, не ставить точки в конце. Как-то тоже произвольно использовать другие знаки препинания. Может использовать и свои специфические знаки препинания. Он может использовать какие-то необычные сокращения, типичные только для вот этого интернетского языка. Может использовать сетевой жаргон. Некоторые слова он может писать немного по-другому, чем это принято в письменном литературном языке. Но все же я вам скажу, что даже в интернете, в общем-то, неприлично путать написание «тя» с мягким знаком или без, писать имена с маленькой буквы, пропускать запятые, ну, в каких-то совсем явных случаях, типа перед союзом «что» или при перечислении однородных членов. Таким образом, современная ситуация на самом деле очень похожа на то, что было в Средневековье, например, в Древнем Новгороде. Наш письменный, литературный, нормированный язык – это как бы старославянский и такой наддиалектный древнерусский. Наш вот этот ненормированный, неофициальный язык, язык в интернете – это как язык берестяных грамот. На устная речь как тогда, так и сейчас все одинаково. В берестяных грамотах почти все пишут так, что последовательно воспроизводят свою языковую систему, то есть древненовгородский диалект, а также последовательно воспроизводят определенную систему знаков, то есть буквы. Эта система, прошу заметить, отличалась от той, которая была в книгах. То есть, несмотря на то, что люди вроде бы пишут почти так же, как и говорят, они все по-своему грамотны. А как там пишут грамотеевники церковники на своем церковно-славянско-древнерусском суржике? Это все до одного места вообще. Что же, подведем итог. В советское время, приблизительно к 50-м годам, сложились определенные воззрения на язык. А именно, что язык должен быть един, и он должен быть жестко нормирован. Соответственно, в языке есть что-то правильное, а есть что-то неправильное. Ну и также некоторые другие установки.
И наши сограждане, особенно старшего возраста, до сих пор продолжают жить с установками советской культуры. Также русский язык до сих пор создает культурную общность не только для всех жителей России, но и для жителей всех стран бывшего Советского Союза. Почти все попытки что-либо изменить, как в ситуации, так и в языке, воспринимаются как покушение не только на сам великий и могучий, но и на русскую культуру и русскую национальную идентичность. Это как попытки реформ орфоэпии, орфографии, в первую очередь в России, конечно же, так и попытки изменить языковую политику, политику в отношении преподавания языка в школах, относительно статуса языка и так далее. Это в первую очередь в других постсоветских странах. Молодые люди, как вообще свойственно молодым людям, чаще всего не воспринимают ситуацию как-то критически, относятся к ней нейтрально, нейтрально относятся к изменениям в языке и нейтрально или даже положительно относятся к тому, чтобы знать и использовать другой государственный язык в стране, в которой они живут, если это не русский. Также благодаря интернету, можно сказать, у нас в ходу появилась не одна письменная система, а две. Первую мы условно назвали официальным русским языком, а вторую неофициальным. Они обе используются просто в разных ситуациях. Также соблюдение литературных норм, в особенности орфоэпических, словообразовательных, синтаксических как наиболее заметных, до сих пор остается одним из важнейших внешних показателей образованности человека. А для некоторых грамотность может казаться и вовсе какой-то привилегией. В то же время для молодых людей границы этой самой грамотности становятся все более и более размытыми. Что же, в следующий раз мы продолжим разговор о языковой норме. Но вы знаете, как часто выходят видео у меня на канале, поэтому для особо нетерпеливых я скину весьма похожую по содержанию лекцию видео Александра Чепиперски. Он такой лингвист есть. Он наполовину серб, поэтому вы не обращайте внимания на смешную фамилию. Фамилия эта смешная, может быть, но мужик серьезный. Не знаю, как Александру Чепиперски мое видео, если он вдруг его найдет и посмотрит, но мне видео Александра Чепиперски нравится. Я вам кину сразу две ссылки, потому что там, смотрите как, там одна лекция по содержанию, но прочитанная в разных местах. И мне, честно, больше нравится та, которая на каком-то левом сайте размещена. Но я боюсь, что ссылка будет скоро битая, и там видео, это, проигрыватель немного лагает. Поэтому на всякий случай я кинул еще ссылку на лекцию на YouTube. Вот так. Ну что же, братцы, милые сестрицы, вот на этом месте мы с вами и распрощаемся.